Синейдова дополнительно, да, но это и возможность перезапустить экономику. Там информация об институте мировых цивилизаций. Так, это общее для Москвы, чтобы и Владимир Вольфович имел в курсе, и Александр Борисович Курдюмов. Ему было 26 лет, его убили двумя ножевыми ранениями, плюс Следственный комитет нашего города отказывает мне возбуждение уголовного дела, не находя состава преступления. Вот уже три с лишним года я пытаюсь добиться справедливости, потому как считают, что все было законно, и мне отказывают законно возбуждение уголовного дела, чтобы убийцы, которые лишили жизни моего мальчика, понесли заслуженное наказание, и все нерадивые работники правоохранительных органов, которые в течение трех с лишним лет волокиты эту проблему мою, тоже были призваны к ответственности. У меня около 40 подписей тех, кто отдыхал, лечился в санатории имени Чапаева по поводу судьбы саратовского санатория имени Чапаева. Санаторий погибает. Он идет к банкротству, он идет к ликвидации, несмотря на всю его славу и уникальность. На имя Владимира Вольфовича, от имени ветеранов и инвалидов Саратовской области, которые, во-первых, лишены возможности получать льготы на лечение в санатории имени Чапаева и обеспокоены судьбой этого старейшего санатория. Мы просим не допустить банкротства и, возможно, ликвидации старейшего в России санатория и просим способствовать завершению строительства и пуску в эксплуатацию вот этого огромного здания, которое 10 лет стоит без всякого движения. В Румынии одной из самых бедных стран, это как раз 250 евро, да? То есть почти 20 тысяч рублей. Минимальный размер был 100 рублей в час. Это вполне реальная цифра. Или 20 тысяч рублей в месяц. Работают на благо своих жителей, своих земляков, своих родных, как говорится, сел, где внимание. Спасибо. Вот после когда-то мы все приехали. Ваш старый друг. Спасибо вам большое, что вы тоже пришли. Если проявляют тягу к знаниям, если хорошо, лучше напрямую. Жалобы будут все рассмотрены, и в большинстве случаев, если быть честным, то жалобы решались здесь на местах.